Москва завизжит на итальянский манер. Мама Мия. Романтическая история на песне Абба уже побывала во многих странах. Сегодня московская премьера одного из самых успешных мюзиклов истории — Мама Мия. В Россию привезли Мама Мия, мюзикл, уже покоривший 8 стран. Известный мюзикл пришел в российскую столицу. Он основан на знаменитых песнях шведского квартета Абба. Из 4 участников легендарного коллектива приехали на московскую премьеру. Замечательные артисты играют. Я от этого, от их игры актерской получила огромное удовольствие. Мне очень хорошее впечатление, очень позитивное, потому что мне понравился либретт, там перевод на русский язык. Мне кажется, что этот мюзикл будет иметь успех. Прекрасная исполнительница главной роли, у нее сумасшедший голос. Лучший мюзикл из всех пока состоявшихся в России. Я считаю, что Абба — это одна из лучших групп вообще за всю историю. Я мечтал бы увидеть кого-то из участников. Я знаю, что они должны вроде быть в зале. Вы потрясающе! Вы сделали практически невозможное. And thank you, audience, for giving the two of us such an unforgettable Moscow night. Спасибо вам, зрители, за то, что вы подарили нам незабываемый московский вечер. Бьорн Ульвес, легендарный солист группы Абба, сегодня здесь, буквально с премьеры мюзикла «Мама Мия». Огромное спасибо, что нашли время к нам прийти. Я думаю, что мюзикл «Мама Мия» будет популярен в России.